Есть сумка, что большая белая такая, наверное, ведра три улазя, сбоку тянем. Вы откуда? Грибы? Да ну, какие грибы? Вот мы тугли, где добрали, где поехали. Вот на охоту выходит. Вот все погладить надо, наверное. Это бабка ваша? Это ваш дом здесь, да? Да. Ваш дом? Ну, это не наш. Это вот, ну... А сколько у вас детей всего? А? Сколько у вас детей? Три сына. Три сына, ну хорошо. Я вот всех знаю, все добрые хлопцы. И того знаете, что в Минску? Не, я Мишу знаю, и вот этого. А вы этого Мишу знаете? И в Минске я... Мне кажется, добрый, раз вы к батьке не забывает, как ехать. Видно, добрые. А часто они у вас у гостях бывают? А? У гостях, ну, часто бывает? А что мы часто? А внуков видите? А? Внуков видите своих? Частенько, нет? Не понял, что... Внуков, ну часто видите? Натарик, один ишь. О, сниму хоть вас. Вот дети увидят, может, в кино. Батьку. Двор. Надо было не тебе фотографии делать. Да. Забор растерянный, все. Это стоит, это...
материала нет. А где жена ваша дома? А? Жена где? Дом. Жива, здорова. Добро, когда и матки, и батька живые. И здоровые. Шел. Сын вышел на прогулку по огороду. Да. Нет, хорошо. В гараж едешь? Не, надо ж зробить. Помыть, зробить, что заводилось, и это самое, зажать руль, а то в руках останется. А долго это будет? Ты, Лёня, приехал. Лёня, поедем. Там родом Березницкий, сюда все. Природом сам Березиночки. А откуда? Попал?